Есть подарок, будет для него секс. Не будет подарка, для партнерши секса не будет. Влияют ли праздники на половое влечение? Праздники? Ну, не сам праздник, наверное, влияет на половое влечение, да, а подготовка к нему, ожидание праздника и какие-то, ну, вещи, которые мы с этим делаем, да. Что мы можем делать? Ну, украшать себя, наверное, можем, да, у нас есть свободное время, мы можем обсуждать возможности, которые у нас с этим складываются. Ну, кстати, вопрос обмена подарками, да, он тоже, вот, если мы говорим вот о наших праздниках ближайших, тут есть несколько, ну, таких лайфхаков тоже, о которых можно поговорить. Но начнем с констатации, да, все-таки для мужчин свойственно делать подарки женщинам более значимые, чем для женщин. В природе это тоже существует. И даже у насекомых многие виды приносят самке какую-то там червяка, букашку или еще что-то, да, чтобы заняться с ней сексом. И пока она ест, ну вот это занятие сексом и происходит. Но иногда для самца это вопрос жизни и смерти. Потому что если она съест, и он не успеет докончить свой секс, то она может съесть и его. Но, кстати, в жизни, в человеческой, так тоже часто происходит. Я знаю пары, когда занятие у мужчины сексом связано только с подарками. Есть подарок, будет для него секс. Не будет подарка, для партнерши секса не будет. Это зависимые такие отношения, да, и там можно долго о них говорить, но есть женщины, которые ведут себя вот как такие самки. Они так выстроили свои взаимоотношения, да, что вот мужчина к ним может подползти только вот с каким-то приношением. Помните только, что если сегодня вы подарили очень дорогой, да, какой-то подарок, а через какое-то время следующий подарок будет менее значимым, да, то ваша партнерша может подумать, что-то он меня перестал любить крепко. Поэтому есть один хорошее правило, да, такое, всякий раз следующий подарок должен быть чуть-чуть, но лучше предыдущего, да? Ну, до какой высоты мы дойдем, я не знаю. Вот. Но пока идет процесс ухаживания, то лучше поступать именно таким образом. Иначе вы девальвируете, да, и вместо радости партнерша скажет, как вот, в прошлый раз там было круче, и все, и секс окажется плохим.